Огромное спасибо вам. Я хотел бы, знаете, вот сейчас как-то бы... Включите зал. Свет. Ай? Я одинока. Пожалуйста. Нет, ребята, всех песен спеть, к сожалению, невозможно. Знаете, я когда-то начинал петь с одной песни, когда я договорился со Славой Медяником, и он мне говорит: Серег, да спой, говорит, одну песню, говорит, на себе на память. И я ее спел тогда. Потом пошла вторая, третья, пятая. Сейчас их 80 серий. Ну, мало, много, но все мое. Никогда не думал, что могу писать какие-то песни. Совершенно не думал. Как-то думал, спеть это одно, написать другое, оказывается, и писать можно песни. Ну, и музыку можно писать. Знаете, я вам хочу сказать, что я вас, вот теперь я вас наконец-то всех вижу. Я до этого не видел. Вот первые только ряды видел, а другие тяжело было видеть. Я вам искренне хочу сказать, что спасибо, что вы сегодня пришли ко мне. Я вас очень люблю. Искренне вас всех люблю. Если вас, значит, если интересует вас мои песни, значит, я не просто так живу. Ну, спасибо. Это радует. Всегда пел и буду петь для вас. Новая песня. Пою для вас. Thank you.
искренне всех люблю. Поехали. Ребят, знаете, я вам так скажу.
спою, да не в бисе дело, а в вашем присутствии, в вашем сердце, в вашем отношении к песне, которая называется простым шансоном. И я вас действительно всех искренне люблю. И давайте я вам спою всю эту группу. Просто я не могу, к сожалению, сейчас так вот все свои песни спеть. Но я пел вот эту песню. Давайте о Саратове еще раз. Мы живем в этом городе. Давайте о нем и споем. Для всех нас! Спасибо!